кран со шпаргалкой погас. Ну, в принципе, я думаю, по все куплеты играть тоже будет тяжело, потому что, ну, давайте творческий процесс. Я же не обязательно должна те играть, которые мы договорились. Вы можете мне... какие-нибудь задания давать, что вы сегодня хотите услышать, а я буду подбирать. Мне это как абсолютница гораздо интереснее. Я же без схемы играю, естественно. И мне интереснее подбирать. Так, я сейчас думаю, что отсюда мы перейдем. Давайте, знаете что? Мне очень нравится эта песня. Это интрига какая-то, да? Что сейчас я петь буду, никто не знает. Все вспомню. Сейчас не так все просто. Мне имейте терпение. Сейчас, секундочку. Это. Ага. Все, поехали еще раз. Не может быть такого, что я подберу. Вот так должно быть. Когда вот не струнится. Маша. Ластики гнездочку зрилы в стыдисе. Ай, в чарене утору пылаем. Тю-тю. Что происходит? Что-то у нас ничего никто не пишет. Что-то вы тут у меня остановились. Что такое? Ой-ой-ой, что происходит? Ну-ка. Почему оно у меня тут? Мне ничего не хочу отправлять. Ой, боже, мне нельзя вообще брать вот это в руки. Сейчас все испорчу. Сейчас сама себе по гитаре по голове дала. А что, почему-то у меня тут вот вылезло? Я не хочу ничего комментировать. Что такое? Может, надо выйти и еще раз зайти? Ну, давайте отправим спасибо, чтобы он отстал. О, видите? Так. Ну, добра, вот тут еще очень далеко. Но сейчас мы немножечко разойдемся. А то я 2 дня не позанималась, уже, знаете, чувствую, как это... Своими-то могу не заниматься и дольше, а тут вот только новый навык. И видите, как тяжело, когда бросаешь по дороге. Так... Что тут у нас еще есть хорошего из наших песенок? Сейчас. Так. Как это было? Ночь.
Ну-ка, вот, пожалуйста. Вот и текст. Целую ночь соловей насвистывал, город молчал, и молчание то берут чай дома. Белая коса и друзья третье. Ну, вообще-то я со своим, ну, педагогом занимаюсь совсем не песнями, ты же сам песня не... Занятие происходит вот таким вот образом. Следующий палец. И так далее. Ну, баре красивое есть упражнение, чтобы я в состоянии их вообще не могла сначала брать. Теперь вот научилась. Громко сказано. Дальше я себе досочинила. Мне так нравится. Вот, значит, это мы сейчас уже, это я вам демонстрирую, это все должно прийти в какое-то состояние сначала, потом мы будем это петь уже как надо. Что там еще было? А, ну, наши хиты, Нетленко. Я это самое решила, чтобы и вам было хорошо, и мне, потому что, ну, сама же я пою, сами понимаете, гораздо более заумные вещи, а тут, как бы, я заумные пока не в состоянии себе играть, поэтому это как раз вот сейчас предел моих возможностей. Так, что там у нас еще было по плану? Что-то ж еще было. Какая-то еще песня. А, напоследок я скажу. Это, кстати, самый трудный был из всего набора. Я его еле-еле подобрала. Потому что там половина аккордов, которых я еще играть вообще не знала как. Так.
Я скажу, а напоследок я скажу, прощай, любить не обязуйся, с ума схожу. Только не так. Подождите, что-то я не то нажала. А. Вот. Как ты любил, ты пригубил. Пригубил погибели. Не в этом я скажу. А, вот, это мы тоже, то есть, ну как мы, мы с вами. После того, как я с гитарой что-то сняла 15 секунд какого-то там ролика, спустя неделю после этого в сторис вышла какая-то, не знаю, просто волна, цунами, когда прессы по поводу того, какая я стала дико толстая. Я думаю, где, к чему я стала толстая? Просто мне, видимо, в красном нельзя появляться, судя по реакции. Вот. Ну, давайте придумайте мне еще какую-нибудь песню, а я буду сейчас подбирать. Мне это очень нравится. Приятное с полезным. Ну, напишите мне какую-нибудь песенку, какую хотите. Я все подряд вообще уже сейчас играю, но просто чтобы эти все эти вот грифы как-то, знаете, как-то они, чтобы они у меня запомнились наконец. Издалека перейти как-то не было. Почему не получилось? Не буду, ладно. Края нет среди хлебов спелых, среди снегов белых течет моя. Семь.
Пишите мне какие-нибудь песни, какие еще подбирать будем. Это мне сейчас в голову приходит, я сама вот себя здесь, эти слова под это самое нахожу и вперед. Что там у нас еще есть? А, еще я, знаете, что подобрала? Тут мне подсказка не нужна, потому что это нетленка. Сейчас. Это потому что мои пальчики толстенькие. Вот эти струны я правильно нажимаю, да? Но они мне еще попадают на соседние, просто глушат ее там вначале. Червоную руту спеть. Ну-ка, давайте попробуем, если я смогу это все. Ну-ка, сейчас там не такое все простое. Правильно, сейчас найдем. Так, червоная. Я так ее люблю. Текст. Сейчас я подумаю. Что-то надо быстро. Вот. Так, это убери, это сюда. Потом. Ой, это было.
быстро надо там. Так, можем попробовать один раз медленно, медленно, а потом будем учить. Значит. Так. Ты признайся мне, завитки в тебе течали, я без тебе все дни. Предполагаю, что здесь должен быть семимажор. Наверное, сейчас. Наверное, вот так должно быть. Да, наверное, вот так. Чистая. Вот это правильно будет. Надо зажать это теперь. Чистая. Понимаете, вот у меня вот этот палец не хочет, вот этот палец в баре держать. Слез палец, это уже не в этом дело. Еще раз, мы же не останавливаемся. Ну-ка. Чистая вода синеги. Ну, это надо хорошо поучить, потому что если так надо ловко переходить на эти все аккорды, мы пока только медленно поем. Так, какие еще идеи? Еще я не тогда, сейчас, когда еще была песня, мне понравилась. Что-то я еще пела. Так, что же еще я пела? Что-то было еще. Все-таки, мне кажется, вот из этого дела получится, конечно, с Чинюшиной, только надо ее... Мне. Мы только вначале начали, я чуть еще не приспособилась. Это вот, мне кажется, вот это вот по ритму хотя бы я в состоянии, потому что здесь медленно. Занозули голос, чу ты вниси. Песню со, что
будет быстрее у меня все-таки. Черемшин успели. Так. Кто там хочет принять участие? Может, там среди них есть какие-то хорошие гитаристы, которые мне помогут, и мы сейчас это все сделаем вместе. Угу. Но я считаю, что для человека, который 3 недели играет, я уже что-то могу. Особенно если бы сейчас под лаской плюшевого пледа. Ну-ка, давайте напишем, еще бы мелодию вспомнить. Сейчас посмотрим, что из этого получится. Я вообще ее не... Это же этот же самый фильм. Придется сначала послушать. А ну-ка. Так, у нас вторгается реклама в наш эфир. Мы сейчас завязываем. Это мы точно завязываем. Не то, чтобы это я, конечно, могу сыграть, но просто, ну, не знаю даже. Ой, сейчас. Значит, что у меня там был фа минор сначала? Сейчас помню, как он берется. Для меня это все, знаете, пока кажется просто. Значит, у нас надо сейчас... Попроще убрали, чем вот это. Ну ладно, допустим. Что такое? Там все остальное ничего брать не надо, там должно само звучать. Это меня, это, конечно, вот никак. Ах. Как наспела? Почему фа-мажор это был? Ой, нет, это надо мне подбирать. Вчерашний размер. Что такое было, да? Что это? Фа-мажор, нет? Да. Себе мой мажор проклятый, который у меня плохо получается. Чего? Ой, боже. Почему? Ну, потому что не то зажимаю. Беда, кто побежден, кто побежден. Ой, нет. Это будет полвечера. Ну и потом, понимаете, еще одно дело. Надо, чтобы песня сама по себе нравилась. Вот мне, например, напоследок я скажу, вот прямо она мне нравится. И потому, как она построена, и по гармонии, и по всему. А тут что-то вот крутится, охотник, какая-то добыча, дьявольский наоборот. Вот я вот уже чувствую, что мне вот, ну, оно как-то вот... При всем уважении к авторам, я понимаю, что это Петров, скорее всего, Цветаева, кто там это написал. А, нет, это Валентина Пономарева. Ну, вот, видимо, потому что Цветаева нравится больше. Так, зеленые листья били каштаны. Но это надо, знаете, чтобы еще хотя бы знала я мотив, а то это у нас, это мы завязнем. Давайте еще что-нибудь такое, что я точно знаю. Темная ночь, ты вот этой детской кроватки не спишь? Ой. У меня был период, когда я только это и пела периодически. Мы сыгали воду. Ой, чей такой. Вот это гениально.
Очень таки не стоит, да? Ой. Это вообще супер песня. Токин стоит. Що сива гривенька сподобалась мені, та я дівчина, я... А ну-ка. Ой, чи то кінь стоїть, що грива сива гривенька сподобалась мені. Давайте вот так попробуем. Не та дівчина, не та дівчина, та я не величенько. Потом, наверное, домінанту. Это тоже надо все учить, потому что здесь много слов. В принципе, играть нетрудно как раз-таки. Сейчас я еще одну вспомнила, пока сидела. Тут я хотя бы слова знаю. Ненавість і в поле крізь.
немножко автобиографичная, поэтому я ее пела, и слова помню более-менее. Там у вишневого садочку, и саду разве садочку, по-моему? Солнце не зайку. Вот мне бы, если сохранялись эти вот комментарии, я бы все потом посмотрела. И, ну, давайте так, я сохраню эфир. Ладно. Но второй раз это было не то, что я не сохранила. Второй раз он просто слетел. Я не знаю, почему. Это не то, что я там вредничала. Вот. И вы мне напишите песни какие-то, которых я, может, не догадываюсь. И я там посижу, поучу, и того глядишь, через недельку еще там что-нибудь. О, «Не отрекаются любя», кстати. Это, может быть, даже получится. Там, она же не быстрая. А я тоже, и вот это самое интересное, сколько раз я ее, интересно, прослушала, что я не могу ее даже это самое вспомнить. Что ж такое-то? Надо ж, как бы даже странно, что происходит. Не могу вспомнить, как первая фраза построена. Как там? Там она немножко говорит, поэтому не могу тембр голоса помню, не помню точные ноты. Ну, приходится еще немножко рекламу послушать. А. Так, ну это надо рояль все равно играть дальше. Тут даже в оригинале рояль. Тут такой немножко а-ля Шопен такой. Так, в общем, это надо... Это она... Понятно, поэтому я не могу вспомнить мотив. Это надо играть вот здесь. Что там было? Гитара. А, не уходи, помнуть со мной. Да, вот это правильно. Не уходи, побудь со мною, пылает огонь. По-моему, да, что такое? В моей груди я поцелуями поцелую. Не уходи. В общем, это да. Это не уходи, это мы точно нас под нам под силу. Казачьи, ну давайте споем казачьи. В лунном сиянии. У меня почему-то в голове вот эта певица, которая пела с таким этим барашком в голосе, динь-динь-динь, колокольчик звенит. А так-то, в принципе, что плохого в этой песне? Динь-динь-динь, динь-динь-динь, колокольчик звенит, это он.
простая, да? Луна сияние, свет серебрится. А что там дальше? Может быть, вот так, может быть, этот вот самое, как ее, вот так. Нет, нет, такого нет. Может, это вот сейчас, может быть. А потом обратно. Надо посмотреть. Что там еще? Гори, гори, моя звезда. Гори, гори, моя звезда. Звезда. Слова никакие, я не помню. Какая, я тоже не помню. Ну, в общем, заветная. Заветная. Другой не будет никогда. Да. Ты меня. Потом вы сказали утро, утро туманное, утро седое, да? Утро, утро туманное, утро что-то. Рояль, да вот рояль, куда он девается. Рояль-то здесь. Как делишки. Видите? Научились практически уже. Осваиваем инструмент. Еще если так вот, мне даже вот на сыгали воду, это я посмотрю. А мне еще был у бабушки серенький козлик. Я еще это самое... Позанимаюсь еще своей этой техникой всякой, там же я не могу, что это мне нравится, я сижу подбираю, мне там надо еще, меня, чтобы вы понимали, тут вот подставочка, там, наверное, вам не видно, в общем, тут все такое. А, вот, но если это за 3 недели, то я предполагаю, что еще через 3 недели я все залишатися так само наполегливо и вчити. Всем добрый вечер. Ну, про Галю мы это должны изучить. А, по волку? А что, волк здесь? Ну-ка, ну-ка. Волк. А, волк. Здравствуй, волк. Как я могла по волку не скучать? Но мне все равно кажется, что волк засланный. Волка какой-то прям искрометный юмор, как будто он готовился ко встрече. За здравное. Сейчас. Секундочку. Это надо вот это вот взять, вот это сюда. Еще мажор взять, секундочку, не так все просто. Причем минор,
А, это вот сюда нужно фа диез. Постойте, а что у меня доминанта будет? Что там за тональность? В таких случаях все время хочется сделать так. Что это, конечно, было бы проще. Кто волк скучал, а я про тебя сегодня пронзила своей красотой. И без тебя не могу. Бой мой. Тьмою? Но я не хочу жить в берлоге. Там, или где они, там они живут, в норе в какой-то. В тьме. Мне волк такой не подходит. Мне нужно море, солнце. Прощение, вынуждена проститься, еду в бассейн. Да, в бассейн это лучше, это правильно. Но мы сохраним эфир, все, что останется. Да, слушайте, в принципе, мы и так тут уже... Вот время летит для меня, потому что я вот пока я тут все понаподбирала, понаковыряла. Спасибо, я рада, что вам нравится. Нирвана? Да... Это вообще они там так трудно играть, что это нет. Про любовь. Так они все про любовь. Ночь свет. Нужно еще все вставить, подожди. О. Все вспомнила, значит. Чуть-чуть лучше. О.
допевать. Только ночка, а кстати, да ночка, была бы что-то, а что это за песня? Была бы только ночка, да ночка потемней. А что это за песня? По волнам моей памяти, а нужно что-то, что это за песня? Живет моя отрада. Терем тот высокий, нет хода никому. История шикарная. Никто не... Мне уж, если учить вот из этого набора, мне нужно эту самую Маруся, раз, два, три, та-та-та-там-там-там. Вот этот Маруся. Вот это действительно. Запрягайте, хлопцы, кони. О, вот это надо выучить. Где-то слова-то, господи. Слова. Распрягайте, хлопцы. Тайгайте, чувай. Я приду сейчас зеленый. В сад корничку покупать. Маруся, раз, два, три, калина, черная девчина. Саду я на дорогу. Вот это действительно стоит мне правильно. Маруся, раз, два, три, калина, черная девчина. Саду я годы рвала. Маруся, раз, два, три, калина, та-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 
начиналось. Все это начиналось, потому что я хотела написать, но я когда тут поковыряла себе, как бы я себе поковыряла, то у меня получилось... Приходится только... Я еще же бой не умею толком делать. Значит, для этого учится... Как же это было? Сейчас. Он хотел, чтобы это внутри... А вышло такое кино. Механик с панели, он или он дурак, и рак, и ему все равно. В общем, это еще в процессе. Вот здесь. Подождите-ка, как там было такое? А, наверное, вот это мне нужно петь, другой тональность. Он хотел, чтобы это был триллер. Ну, а вышло такое кино. Механик с панелью или он дурак. Чтоб как в сказке страшней и страшней. Ой. И послушавший вечер сутки без эмоций и без стыда, надо выйти.
будем тоже учить. Куда же без нее теперь? В лунном сиянии уже предложили, буду смотреть на нее. Действительно, кому это посвящена эта песня? Кому бы она могла бы быть посвящена? «Вырванные годы» называется. Посвящается вырванным годам. А в лунном сиянии, да? В лунном сиянии. Сейчас, надо посмотреть. Так. А, так сразу? А, тут вообще все просто. Я думала, там длиннее запев, думаю, что как может быть. Там вообще он короткий. То есть всего-навсего. Лунном сиянии снег серебрится. Шарманка немножко. И опять. Не знаю. Там еще... Кипр тоже привет. Там еще хорошая песня есть. Вот эти вот бубенцы. А, сейчас вспомню. Бубенцы — это отличная песня. Сейчас я ее раньше пела часто. Пока было бы со сопрано. Ай, господи. А дорогой дальней вот это вот еще у нас есть. Тоже надо будет выучить, правильно? Ехали на... А здесь надо соль минор брать. Надо трогать версами. А зачем я сегодня усложняю голос? Этот, давайте по простым тональностям сейчас. Ехали на... с бубенцами, а вдали что-то смеркает, не то кали огоньки, где без околики за вами. А фа диез мажор сначала, двойной доминант, вот я подумаю. Очаровательные глазки, это моя бабушка пела.
очаровательные каски очаровали вы меня. Вас только жизнь, не столько ласки, вас только чего-то там еще и огня. Зачем так долго не встречаться, так можно скоро позабыть? И сердце мы, сердце мы поменется, потом другую полюбить. Я претерпела муки, ой, извините, ада, и вот сейчас еще терплю. Мне бы не на, мне бы не на. А какой там может быть аккорд еще в промежутке? Сейчас еще терплю. Мне бы не на, мне бы не на. Наверное, еще по-другому. Это есть такое. Страсти и огня, да. Точно, страсти и огня. Очаровательные глазки. Моя бабушка тоже запела, вот видите. А, это у волка, а пишет пила, говорит моя бабушка тоже. У волка очаровательные глазки, пила тоже моя бабушка. То есть бабушка тоже была, видимо, знатной волчихой, что глазки очаровательные она пила, выпивала. Правильно понимаю? Коктейли делала. За тихой рекой не знаю такой песни. Кто там хочет к нам в эфир? А? Посмотреть, кто хочет? А ну, сейчас я вам скажу, кто хочет к нам в эфир. Тихо. Оп. Так, Лилия Ситникова.